Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «7 минут». 7 декабря будет ровно 25 лет со дня разрушительного землетрясения в Армении. Два города, Спитак и Ленинакан, были разрушены практически до основания. Сотни сел в руинах, десятки тысяч человек погибших, полмиллиона несчастных жителей без крова. Каждый год во всех городах России, куда вынуждены были уехать пострадавшие, проходит панихида по погибшим. У нас в гостях представители армянского народа Александр Мирзаян и Альберт Варданян. Александр Арестович, недаром мы вспоминаем эту дату. Что она означает именно для вашего народа? Вы знаете, с одной стороны, огромнейшая трагедия, разрушительное землетрясение, которое унесло много жизней, много бед принесло. Люди не знали, что делать. И с другой стороны, милосердная, добрая помощь братьев наших со всего мира, со всей большой, огромной России и Советского Союза была организована помощь. С Рязанской земли непосредственно. Поэтому эта дата, можно сказать, и день трагедии, и день проверки на характер, на то человеческое слово, которое является милосердием, добротой, помощью и жертвенностью. Несмотря ни на что, люди бросали, бежали на помощь. И первыми пришли военные. Есть много что сказать в адрес благодарности всему народу, рязанскому народу в первую очередь, потому что мы здесь живем в Рязани, и на моей памяти с первого же дня, когда было объявлено и довели до нас, что такая трагедия случилась, все от мала до велика, и все организации, и все люди, и начиная, ну просто не было ни одного, кто бы не мог, и кто не сочувствовал, и не сопереживал. Поэтому сегодня, пройдя через определенную все-таки четверть века, 25 лет, нужно и вспомнить, и нужно и отдать долг памяти и любви, и верности вот тому самому главному, наверное, в жизни, что человека и воспитывает, и делает человеком. Альберт Каримович, а скажите, в диаспорах этот день как-то по-особенному отмечают? Да, в диаспорах не только нашей рязанской диаспоре армянской отмечается. Это отмечается по всему миру. Отмечается в Армении, во всех республиках, государствах. Все-таки дата-то, по большому счету, трагичная. Трагичная дата, вот именно. Не только вот сегодня вот мы отмечаем 25-летие вот этой трагической даты, но это отмечается ежегодно. Нельзя с памяти стирать те дни, которые мы действительно переносили эту боль на себя. И я тоже хотел бы подчеркнуть еще раз, чтобы особую благодарность нашим рязанским друзьям, потому что все откликнулись в этот момент. А ваши какие-то знакомые есть, кто застал вот те страшные дни, кто, может быть, что-то рассказывал особо, как все это происходило, может быть, какие-то отрывочные воспоминания есть? Ну, естественно. Во-первых, это непосредственно моя семья находилась там. Это двое детей. Тогда старшему у меня было 3 годика, младшему 2 года и жена. Они находились там. В зоне землетрясения. Дом, квартира, где тогда жили? Это частный дом у родителей. Как раз я отправил их отдыхать, чтобы на Новый год не всегда все армяне мы едем домой отмечать. Ну тогда Советский Союз, тут естественно Новый год, там отпуск, всегда ездили на родину. И они находились там. И как вы узнали о том, что там беда? Беда мы узнали тогда, как из новостей, программа «Время», 9 часов, как обычно после работы приходишь, там пока ужин приготовишь, пока потом 9 часов включаешь телевизор. Ну тогда не было мобильных связей, и программа «Время», и смотрим. Какие-то родные места узнали? Я понимаю, территория-то вот большая. Именно почему-то, да? Я бы сказал, показали первый же день, первые вот кадры были с города, городе Кировоканя показали. А мы не знали там масштаб бедствия. Оказывается, в Кировокане полегче было. Там основной удар приходил это в городе Спитак, там зона землетрясения. Ну, город стерлось с лица земли, можно сказать. Там только крыши были видны. Сложный вопрос. Ваши близкие как?
Но близкие, те родственники, которые были в Ленинакане, естественно, среди наших родственников тоже погибших имеются и дети. В школе оставались наши близкие, вот у племянницы там это дети, двое детей. Ну, в Кировакане там это погибла близкая подруга моей жены, они вместе учились в институте. Ну, то есть, я думаю, каждого армянина коснулась эта беда. Потому что у кого-то там дальние родственники, у кого-то близкие, у кого-то там родные, друзья там. То есть, всех это коснулось. Сегодня заметно, что когда-то были такие глобальные разрушения, вот там вы же ездите все равно на родину, проверяете, как там ваши знакомые, родственники наверняка остались. Ну, естественно, это всегда это в памяти. Ну, до сих пор, я бы сказал, это люди еще строят там, еще обустраивают это свое жилье некоторые. После этого там землетрясение, после, ну, там кое-кого там на похоронах помогли, там на спасательных работах. Потом это эвакуировали всех, ну, город Адлер. Там уже пансионаты начали уже с эшелонами, составами, потому что никто не представлял масштабы землетрясения. Вы сегодня с отличительным каким-то знаком расскажите, что он символизирует, что это такое? Так, вы можете показать, да, пожалуйста. Так, ну вот это у нас этот памятная медаль как участнику восстановительных работ последствий ликвидации землетрясения в городе Ленинакане. Разверните, что видно. Так, если мы развернем, на обратной стороне тут написано там это... На экран показываю. 1989 по 91 год. Ну, мы 2,5 года там участвовали на восстановительных работах. Вот 7 числа, в частности, наверняка вы организуете что-то. Давайте мы об этом скажем. Возможно, значит, кто-то еще, да, примет участие. Спасибо за предоставленную возможность. Дело в том, что на самом деле мы ежегодно эту дату однозначно вспоминаем сбором тех людей, кто желает поприсутствовать, в первую очередь, на панихиде в храме Борисоглебском. Именно Борисоглебском, почему? Потому что нам так определила, значит, епархия в свое время, а потом уже мы же особо не разбирались, почему церковь называется Борисоглебом. А потом уже выяснилось, что Борис и Глеб – это святые по крови, по матери, они армяне. И поэтому в храме Бориса Глеба их иконы и находятся там. Спасибо, что вы предоставили возможность обратиться через телевидение ко всем участникам, ликвидаторам последствий землетрясения, независимо от национальности, поскольку трагедия не выбирает национальность, беда не выбирает, но и милосердие, и доброта, и любовь, и дружба, она тоже не выбирает национальность. Она одна на всех была. Поэтому мы на этот раз пригласили, всегда приглашали, но в этот раз однозначно в связи с тем, что 25-летие памятной даты, трагической даты, мы пригласили, значит, руководителей и, значит, участников ликвидации последствий землетрясения, рязанцев и всех общины, национальные общины, которые у нас здесь в Рязани, Рязанской области есть. Страшно смотреть выпуски новостей, вы видите, сколько наводнений, сколько землетрясений. Наши мальчишки, рязанские и не только, со всех городов России, собираются волонтерами, берут какие-то свои вещи, вот даже берут свою собаку и едут искать туда людей. Ваш народ, вот ваши диаспоры, они как-то участвуют в этих процессах, помогают людям? Вы сами пережили вот это горе, вы знаете, что это такое? Обязательно, однозначно, мы всегда, это и помощь нашей армянской диаспоры, всегда оказывает тоже, потому что мы сами почувствовали на себе эту боль и знаем, что это такое. Делаем все возможное для того, чтобы вот, стержневая задача стабильности нашего языка. Да, найти общий язык. Найти спасибо вам большое. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Сегодня мы ведь говорили не только о трагедии, не только о годовщине, но и прежде всего о том, что, будучи представителем любой диаспоры или любого народа, нужно и можно прежде всего оставаться человеком. Это была программа «7 минут». До встречи.